Здравствуйте! А с вами опять я, Дмитрий Трофимов, и сегодня будет пример словесной импровизации «Игра ролей». Опять же, на моем канале уже есть видео, я говорил, как нужно играть эмоции, что к эмоциям можно подключить еще игру роли определенной. И сегодня я вам продемонстрирую, опять же, на основе какого-нибудь примера. И давайте я продемонстрирую на примере слова «зот». Окей. Понеслась. Кстати, да, напоминаю, что почему я говорю именно о словах, какое взять слово и почему нужно взять какое-то слово. У меня есть видео на моем канале, называется «Мастер одного слова», ссылка только что появилась сверху. Именно благодаря этому упражнению вы, если будете его тренировать день за днем методично, сможете, опять же, если подключите к этому игра ролей, игра эмоций, то ваша словесная импровизация станет лучше. Все, поехали, поехали. Слово «зонт». Как-то я шел по улице с зонтиком, и зонтик у меня был розового цвета, потому что свой зонтик я забыл, и я взял зонтик своей девушки, а он у нее был немножко девчачий. И я иду по улице, а в этот момент, если вы знаете, а может быть не знаете, но я периодично об этом делюсь и говорю, что я люблю дождь. Я люблю, когда капельки дождя падают, да, на меня, либо не на меня, главное, что они падают. Мне нравится идти, наблюдать за природой, за погодой. И у меня автоматически улыбка на лице появляется в этот момент. При этом у меня еще были наушники в ушах, и я слушал какую-то позитивную мелодию, и я иду с розовым зонтиком. И представьте такую картину. Зонтик розовый у меня в этот момент. И навстречу идут довольно брутального вида мужики. Они идут навстречу и видят, что я радуюсь погоде с розовым зонтиком. И мне кажется, они подумали что-то другое в этот момент. И один из них подходит ко мне и говорит: «Слышь, а у тебя что, закурить есть?» А я такой: «Нет, нет, у меня нет закурить, мальчишки, нет, нет». «А ты уверен, что у тебя нет закурить? А если, может, там деньги есть на сигареты или сигареты есть?» «Нет, у меня ничего нет, только розовый зонтик», сказал я им. А дальше я ничего не помню. Я проснулся через минут 30 с фингалом под глазом, без зонтика своего любимого розовенького, без наушников, без телефона, без ботинок почему-то, слава богу, со штанами. И я понял, что в следующий раз лучше розовый зонтик не брать. Это был пример, это не мой пример, да, это не моя история, ну, в смысле, в моей жизни такого не происходило. Это просто пример, как можно создать, сгенерировать историю буквально со слова «зонтик», добавить туда немножко эмоций. Я играл эмоции, как вы уже поняли. Но самое главное, я пытался вам продемонстрировать, что можно также играть еще и роль. Я сыграл роль себя, немножко не себя, да, такого парнишки, который был слишком заведен от дождика и от розового зонтика, и плюс вот эти брутальные мужики, которые встретили его. Это именно игра ролей. Ну, надеюсь, вы поняли, как это все работает. Напоминаю, нужно подписаться на мой канал, нужно поставить лайк под этим видео, нужно зайти на мой паблик, посмотреть, что у меня там творится. У меня есть личная страница ВКонтакте. Помимо этого, у меня есть еще Телеграм и Инстаграм. И на сегодня все! Я как-то шел по улице, и я был без зонтика, а сильный-сильный ливень шел, и мне было неуютно, потому что ливень плюс гроза, молнии, это все меня так немножко напрягало, и я думал, что сейчас одна из молний ударит меня. Так вот, я шел без зонтика и видел, как идет мне навстречу девушка. И девушка идет, к счастью, зонтиком. И я подумал, окей, есть возможность воспользоваться ее зонтиком. К сожалению, она идет не в том направлении, в котором хотел бы пойти я, но я подумал, почему бы и нет, и я попробую ее уговорить, чтобы она меня проводила до магазина.